Белорусская АЭС – это самый новый и современный энергоблок в мире. Повышенное внимание уделялось и уделяется и уделялось всегда безопасности на этапах и проектирования, конструирования, ввода в эксплуатацию, ну и сейчас во время эксплуатации. Энергоблок номер один сейчас находится на 100% мощности. Выдача в энергосистему 1150 мегаватт электрической активной мощности. Суммарно с момента ввода в эксплуатацию выработано уже порядка 2,8 миллиона мегаватт-час. Здесь осуществляется контроль параметров и управление оборудованием круя 330 кВт, схемой выдачи мощности с энергоблоков номер 1-2, связь с энергосистемой Республики Беларусь. И также осуществляется с рабочего места начальника смены АЭС контроль параметров всей станции, также энергоблоков номер 1-2. Машинный зал – это, по сути, эпицентр выработки электроэнергии. То есть сердцем его является турбоагрегат. Это турбина в комплексе с генератором и возбудителем. Значит, определенное количество систем – это порядка 90 единиц, которые вот единоразово, одномоментно находятся в работе и обеспечивают работу вот турбоагрегата.